этих прекрасных трех стульев Вика Листунова. Нормально, я говорю, она продемонстрировала такую надежную работу, что я сказал, потом я вам скажу, то, что это так. И Листунова остается без медали здесь на гребне. Так. Яна Ворона сейчас из команды Воронежской области. Ну вот о, это хорошо, а, другой настрой уже, нежели чем квалификация. А ей уже нечего терять, она уже все сделала. Вот при такой устойчивости, видишь, как может работать на бревне и все время на нем теряет. Вот теперь, Эмин, даже можно сравнивать ее с предыдущей Агафоновой. Уверенность как мощнее, да, звучит вот прям, читается. Прибавляется, да, да, на самом деле. Ну и правильно сказали, конечно, терять нечего уже. Да, квалификация, да, и многоборье, ну, не скажем, что провалены, но... Ну, прошла мимо. Не лучшим результатом, да, она, да, выступила для себя. И здесь в финале, конечно, нужно идти ва-банк, безусловно. Пока... Ну, получается. Не спугни пока... очарование, пока все нормально, да-да. Готовится к соскоку уже Ворона. И Яна, двойное сальто согнувшись. Ну, никто пока еще в доскок не приземлился, но, тем не менее, неплохой соскок. Эмин, давай я по поводу Яны Ворона скажу. Она показала сейчас до такой степени уверенную работу на бревне, о которой так я и всегда представляла, что она вот так умеет работать. Она отличилась, заметилась этим мастерством. Но последние старты, что мы с вами все вместе наблюдаем, она удивительно выбрасывает какие-то неожиданности. Неожиданности, да, там согласен, согласен. Или там, или на вольнах, или на бревне, да, или где-то раз случайно на грудях. Сейчас... Она пока еще немножко вот эти моменты сама даже не может объяснить. Объяснить, наверное. Я не разговаривал после квалификации, мол... Узнавал, вот она же тоже в начале в этом самой квалификации упала на бревне. Да, я помню. Как? Она говорит, да я не знаю, на какой-то ерунде вообще получилось. То есть она даже сама не может объяснить, как эти падения допускаются у нее. Это не ошибка в технике, это не какое-то психологическое, нет, говорит, она... давление, не психологическое. В отношении техники, постановки работы на бревне у нее все прекрасно. Но, значит, в отношении психики остается какая-то. А возможно, мне кажется, она, если честно, вот и по разговору, и вообще по поведению своему, достаточно психологически устойчивый человек. Она понимает, что... Вот и по взгляду, кстати говоря, тоже. Эмин. Но мне кажется, что не хватает какой-то момент собранности и сфокусированности на снаряде, на работе. Может, концентрации вот, недостаточно. Вот, вот как хорошо, такое, что мы с тобой вдвоем. Ты отстаиваешь, если я кого-то видела правильно. Реализовывать на контрольном исполнении обидно. Лидия Гавриловна, посмотрите на результат. Первое, да? 14,5 оценка Яны Вороны. Ну, о чем мы говорим? Золотая медаль у нее. Я сказал, я ее так отругал, что...